Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, сейчас мы с тобой заберем награду. Еженевочка, естественно, сундук. Так, что нам тут? 500 монет. 500 монет. Так, трисер, спиритозаурус. Ну и ледяной комок. Ледяной комок. Ледяной комок. Так, а мы остановились с тобой где? Да, этот уровень мне не поддался в прошлый раз. Я не знаю, что делать. Надо проходить вот эти этапы, ребята. Вот эти вот этапы нужно нам проходить. На 3 звездочки, чтобы получить сундук. Ну, это нереально. Ну как? 3 вот этими охламонами. Плюс дают нам 2. Ну зачем вот здесь вот 2 плювика? Ну вот ты мне объясни, зачем здесь, блин, 2 плювика? Ну толку-то от них, ребят. Не знаю. Но допустим. Давай тут. Так. Плювиков много, но толку-то, блин. Подожди. Да в плане, бомжиха тут еще. Здоровски. Бомжиха, ты успокоишься сегодня или нет, блин? Я не успею, ребята, сломать этот забор, дебильный, блин. И минус звезда, соответственно. Зачем здесь дали, блин, 2 вот таких вот несчастных плювика? Я не понимаю, ребят, вообще. Я не понимаю этого. Ну, ладно, хотя бы сундук с тобой один. Отбили. Давай. 350 монет. Ну что? Давай 9-3 попробуем. Поехали. И вот теперь сиди тут и выжидай. Когда же, блин, выпадет нам? Сломал? Молодец, красавчик. Так, вы пока этим займитесь, а я вот этим. Ну и где он там? Вон, бежит. Так, его надо поджечь лучше. Бамс по башке. Замораживаем. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Так, тут бомжихи-то нет? Я не помню, ребят. Хиляемся. Ну... Так, этого... Я думаю, что этого не запинают уже без меня. Да в плане они не могут его пробить. Вы что, издеваетесь, что ли? Без меня уже ничего сделать не можете, блин.
Да не может быть, ребята, она 3 звездочки. Красотища-то какая. А че в тот раз не мог пройти там уровень? Странно как-то. Я сейчас прошел, даже ничего не почувствовал, ребята, какой-то сложности. Серьезно тебе говорю. Просто вот на одном дыхании. А в тот раз что-то не смог пройти. И я не знаю, чем это связано. Так, 4-9. Ой, 9-4. Такс. Но тут Тирекс дается. Так, уходим. Ага. По башке-то получил. А что, это максимальное количество, что ли? Так, ребята, есть, идет избушка-то. Готов. Идем. Нафиг я вот это применил, я ума не приложил. Ладно, фиг с ним. О! Я вот не могу. Блин, я не могу врубиться, а вот. Может, огонь? Есть. Огонь, да, огонь, ребят, подбивает. Так, по башке досталось этому. Хорош. Оглуши. Есть контакт. Ну где вы там, блин? Плювики, шмузики, где вы? Блин, меня подбили, что-то я увлекся там. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас моих там ребят разбомбят, пока мы тут с собой, блин, приходим в чувство. Слушай, ну может быть. Ну мы одной звезды уже, ребят, лишились. То есть все равно медленно получается, да? Подожди, я что-то не понимаю, а там что? Как? Какого лишего? Как он прошел-то? Он умудрился пройти, как каким-то, блин, образом там подбил всех моих этих. И стегу и тому подобное. Ребят, вторая звезда подходит к концу. Блин, он. Мне кажется, плювик все-таки будет лучше, чем стега. Мы даже ничего не получили. Мы как в прошлый раз, да, прошли, получается. Так, что здесь такое? 1000. Давай попробуем 9,5. Пройти, хотя бы сократить этот. Уйди ты нафиг от меня. Готов, снес его этот. Молодец. Красавчик. Кантов заморозка стоит. И нафига я потратил тебе, а?
черт тебя подери. Да там всех разносит. Всех. Скулит, как я не знаю кто. Там еще одна, ребята, избушка. На курьих ножках, блин. Сломали? Да блин, ну не хватает. Не хватает у меня, ребят, мощи. Ну я не знаю. Ломаем, ребята, ломаем, 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 ломаем этот забор. Потому что пока... пока звезда у нас есть. Ну, и... красавчики. О, да. А то тебе не хватало, пугань. Сейчас удар, вот бамс по земле, офигеть просто. Только отдупляются мои. Ну вот, ребята, минус звезда, блин. Просто трындец, свет. Там и харда идет просто-напросто. Что с ними делать? Еще их тут целая кипа. Как вот с ними тут воевать? Бесявый, который... Все, ребят, вторая звезда уходит. Да. Результат абсолютно тот же самый, ребят. Из-за этой бомжихи, которую она, мало то, что она идет, так еще с ней идет эта, блин, армия придурков, плюс домики. Домики ломаешь, из них еще двое идиотов выскакивают. Ну и как ты тут с ним будешь воевать? Ну как? Я вот не знаю, как. Никак. Просто никак. А 9.6 это случайно не тот уровень, про который я думаю, ребята, где там вообще просто жесть такая начинается какая-то. Пим-пим-пим-пим. Сидите. Что за фризы? Допустим. Почему ты так долго их ломаешь-то, а?
Домик надо запаливать. Слушай, нет, ребята, я ошибся. В домиках как раз и никого нету. Странно. Почему я до последнего думал, что именно в домиках враги сидят? А по факту нет. Да блин, я так отхватываю, блин, звездюлей. Жестко. Ну, есть, есть контакт. Может быть, давай еще одного вот этого позовем. Блин, мне надо дом этот, ой, дом. Да ломайся ты, блин. Ёпрасте. Ну вон она идет, ребята. Да вам бомжиха сейчас, блин. Все мне, блин, испортит здесь. Я об этом тебе и говорил, что абсолютно все испортит. Поджигаю ее, а что делать? Да, если бы мой дракончик бы хотя бы нормально бы бомбил бы. Ребят, не судьба. Также на одну звезду. И то под вопросом. И то, блин, под вопросом. По поводу этой звезды. Да, одна звездочка. И все виной, что у нас, ну, мы слабые. В данный момент для них мы, ребята, слабые. Они на порядок нас сильнее и мощнее. Поэтому здесь только лишь в этом вопрос. Вопрос в прокачке. Слушай, 7 тысяч у нас. Да подожди ты. Могу Плювика, но Плювик... Плювик. А что Плювик? Плювик нас тут не спасет. Ледяной комок. Или героя прокачать. Давай комок прокачай, наверное, ледяной, ребят. И все-таки динозавров. Нет, все-таки динозавры, наверное. 10 тысяч. Я не представляю, сколько нужно, ребята, чтобы вот эту всю шкалу заполнить. Сколько нужно нам этих всего. Подожди, я не понял. Я здесь стал проходить? А что я здесь-то не прохожу? Что-то сразу здесь начал проходить. Молодец, Рэй. А это ты кому оставил? Дяди Клуши, блин. Погнали. Давай возьмем. Не знаю, нужна ли мне здесь хилка. Да, наверное, нужна будет. Да заморозку ты вруби. Слушай, это случайно не тот уровень, который я думаю-то?
Ну, с бомжихами и со всем прочим. Нет? Что-то мне кажется, что это именно тот уровень. Да твою налево, доигрался, блин. Все, ребят, одна звезда пошла на убыль. Так, все, блин, начиналось круто, блин. Нормально все шло, блин. На тебе, блин. Ну, тут уже и харда, ребят, собралась. Один я тут, конечно же, ничего сделать не смогу. Поиграл, называется. Еще хуже, по-моему, сыграл, чем в прошлый раз. А все виной, ребята, то, что мы спешим. Я спешу. Я спешу, вот этих ублюдков оставил, и все, ребята. И, соответственно, нас там разнесли. Вот и все. Вот тебе и элементарный ответ. Да, 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 да. Сотка, всего лишь соточка. Всего лишь несчастная, вшивенькая, ребята, соточка выпала. Нет, я попробую еще раз. А, да, попробуешь ты. Ты попробуешь, Лена, только в следующий раз, потому что у нас энергия закончилась, друзья мои. Я не знаю, надо прокачиваться. Каким образом, блин, что делать? Я не знаю, фармить. Фармить и все. Ну что, ребята, на этом сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.